Ах ты, щенок! Догоняйте его! Догоняйте, догоняйте, догоняйте! Все за ним, все за ним! Не понял. Есть! Ранил! Ранил! Ай! Блин, пацаны, ему хорошо жизнь отнял. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, FM Zoom, Зебра, Шлёпа, Зварный Кофе, Папа Сметанник, Маквейт. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Здорово. Всем привет. Всем привет. Тысячи лет у нас не было рубрики «Хэдкрабы в школе Балди». Если пьёте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Погнали. Ну что, пацаны, вы готовы сегодня сливаться? Кого я первого замочу, тот лошара. Да, Гусанёк, ты где? Сразу будем Гусанька сейчас мочить. Нифига себе, это что за выстрел в голову? Боже, это было так эпически. Я не успел вылезти, меня сразу убили. Вы чё, чё за дробаш читерский? Я так люблю только делать. Так, мне надо бояться длинных коридоров, потому что длинные коридоры — это тот случай, когда, видите... Ай, блин! А вы чё сегодня решили издеваться надо мной сильно или чего? Ай! Да блин, да смотри, что делается! Они надо мной издеваются! Подписчики, помогайте! Каждый лайк добавляет мне плюс к силе. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Ролики выходят каждый день. Вот видите, убили. Это кто-то не подписался, лайк не поставил. Давайте, как только все это сделают, я смогу выигрывать всех. Эй, ты стоять! Ах! Данил, я чувствую, каких-то я мощных игроков взял сегодня на запись. Надо было рахитов брать. Если бы не обновлял. Блин, это жесть. Я чувствую угрозу и опасность. Ес, ранил. Ранил. Эх, промахнулся. Ай, блин, ребята. Ну, блин, у всех жизни уже не так много. Так, пополнять жизни, пацаны, наверное, нельзя, то это нечестно. Потому что я так никого в жизни не убью никогда. Я хочу убить всех. При всех. А вы где все шкеритесь? Ай, я убегаю. Столовый. Блин, как то кончено прыгает этот прыг. Да я по тебе еле попал. Да что за мгновенная смерть? Я ничего не понимаю, что происходит. Ну ничего, это я все время поддавался. Ой, блин, аж завалил лавочку. Чьи-то столы. Столы не прикрученные к полу. Так, ну что, хорошо, приближаемся. Так, пацаны, вот здесь столовая. Видите, как дверь открывается? Ай! Мгновенная смерть. Просто мгновенная. Мы этим. А что же делать мне тогда? Как мне вас убить? Саня, даже в Гаррис моде есть помпа в Фортнайте, нет? Кстати, ребята, сегодня обновился Гаррис мод. Только говорят, что обновили освещение. Вы видите разницу? Освещение? Да вы за... Да что это за жопа? Тут постоянно меня убивает. Я убил кого-то? Нет, убили просто. А, ну все, давайте. Вот сейчас, если вы убьете своего, он тоже стоит хэдкрабом. Первый раз прощается, хорошо. Ай, ранил. Видели, сколько жизни отнял? Опа, зебра меня убил. Хотел сказать, зебра убил кого-то, это я. Да я попадаюсь, я просто специально его берегу. Я тебя слышу. Да, я специально так делаю, чтобы вы меня слышали. Слушайте. Слышно? Помпа 200 урона дает Дима в голову, поэтому не контр. Нифига, у меня 40, это что, ты минус 160 не хочешь сделать или что? Да. С какой стороны? Я убегаю, я с другой стороны лучше пойду. Так, обходим. Опа, я вижу, Спайдермена вижу издалека. Убили своего! А это его физический объект убил. А, да вы задрали, то его то убило, то его все убило. Вы мочите. Мне превращаться в этого или могу дальше бегать? Не, бегай дальше. Дима пытается... Я должен убить, я. Да ну что вы... Да вы издеваетесь надо мной сегодня или чё? Посмотрите, понабирали читерских оружий и не дают мне никаких шансов. Да не, какие читерские? А вы, я так понял, вы там будете всегда, да, кентоваться? Угу. Хорошо, тогда применяем тактику другую. Маквейт, не подходи слишком близко, я тут этот со своей пушкой разнесу. Да нормально. Какой стороны? Так.
Ого. Ой. Он туда, понятно, с какой-то стороны. О, так с шифтом работает. Вот тут, это вы специально? Как вы это делаете? Я ничего не понимаю. Почему один выстрел? Не мимо, не косо. Просто все прилетает в туловище сразу. Так, так надо. Так надо? У тебя только голова одна и все. А! Не могу ничего вам сделать. Блин, я что-то, ребята, расстраиваюсь, что ничего им сделать не могу. Но сейчас я только одного убью. Или сделать так, чтобы они своего убили. Они, Дим, берут это через дробовики, которые могут убивать даже с дальнего расстояния. Они ногу берут, ногу. Ё-моё, я чуть не начал стрелять по-своему. А где же он был? Я же видел только что сюда побежал. Дим, ладно. Я убежал от этого. А, ты убежал? Понял. А я буду лететь туда, чтобы далеко не бежать. Дима, он просто невидимым стал, в космос полетел. Такого не бывает. Ну что? Я убил одного! Есть! Я убил! Ну что? Теперь нас... Ребят, это было настолько быстро и схвачено. Видели, как я зашел? И сразу прыгнул. Сразу. Не ждал ни секунды. Касса, жоп. А, кстати, Дим, вас не двое теперь, а трое. А, трое, отлично. Ай! Гусанёк, я знаю, какое оружие ты используешь. Я его знаю. Это СМ-9К оружие? Да. Понятно, понятно, почему ты такой хитрый жук. Так, пацаны, объединяемся в команду одну и должны всех замочить. Так, ждем, когда кто-то нападет, и я сразу начну бежать. Блин, вы видели? Еще бы чуть-чуть я бы запрыгнул. Еще буквально чуть-чуть. Так, кого-то убили, я вижу. Ай! Так, тихонечко пробирался, ну не смог. Так, вижу хэдкраба своего кентафурика, бежим. О, вот еще один. Надо было брать фаст хэдкраб, это медленно очень. Там есть фаст, поменяй себе на быстрого. Давайте, пацаны, я веду вас к победе. Мы сейчас захватим весь мир и поработим все человечество. Резко заходим. Давай. Еще. Есть! Он убил кого? Или он своего убил? Ну, давай. Есть еще одного! Блин, ребята, ну вы красавчики сегодня. Вот сейчас сразу видно, что поставили лайкосики. Ну, убили нашего, убили. Так, делаем перекличку. Кто еще живой? Я живой. Вас двое? Ну все, давайте, можете использовать любое оружие, кроме красной гранаты и админского пистолета. Заходим. Раз, два, три. Погнали. Ах ты щенок! Догоняйте его! Догоняйте! Все за ним! В обход. Отлично. Он убил нашего одного. Одного убил. Есть! Ранил! Ай! Блин, пацаны, ему хорошо жизни отнял. Очень много жизни отнял. Я бегу за ним, я бегу. Все, я тоже. Ой, я застрял в стенах. Так, пацаны, приближаемся. Должны его замочить. Косой, так, подавился. Так, колбаса. Где он побежал? Так, сюда его не побежал. Значит, он сюда побежал. Раз сюда все бегут, он сюда придет. Давайте, ждем его. А нет. Я на него хотел прыгнуть. Просто. Пацаны, инфу, где он? В столовке. Все, я в столовке. Ай! Ну, есть! Есть, пацаны, молодцы! Ничего именно за мной. Ну и что, кто остался живой? Я. Все, Гусанёк, любое оружие можешь использовать. Мы выдвигаемся на твою смерть. Я, конечно, знаю, где. Что, дадим ему фору немножко, чтобы он оружие взял себе или нет? И жизнь пополнил. А у меня и так уже все выбрано. Ну все, давайте. Он даже не... Ай, ну свой же, ну френдли фуер. Френдли фаер. Давайте напишите, ребята, в комментариях, сколько Гусанёк продержится по времени. Я думаю, что максимум 2 минуты. Минута даже. Ну вы меня найдите сначала. А, ты на крысу, да, увалил? Хорошо. Пацаны, открываем эти шкафы, эти классы. И ищем его. Гусанёк, сейчас лето, какая математика. А мы найдем его, пацаны, да? Мы ж найдем? Наверное. Давайте удалим шифонер. Открывай классы, открывай. Я тоже открываю все классы. Я нашел. Есть! Его. А, это, я думал, Гусанёк умер.
Он в учительской. Это там, где нычка? А-а-а, я понял, я понял. Подожди, ну нычка это там, где у нас столовая. Там, в столовке? Почему именно на меня все набросили? За что вы так со мной были? Да, ну мы случайно, мы просто видим, что ты хорошо играешь. И решили... Есть, Санёк, ну... Ладно, давайте не будем это считать. Гусанёк, давай, последний раз тебе даем шанс, чтобы ты себя не спаливал. Ума, конечно, очень много у тебя. Ай. Ой. Ой, ай. Все понадряд нажимаю. Все, выдвигаемся. Васайну вообще-то платят аренду. Пацаны, а где он? Я слышу, жжет все. О, встал. Ого, ого. Я знаю, где он. Ну, там, наверное, на улице шкерится. А чё мне отбрасывают от огня? Блин, я сгорел. Так. А давайте вообще посмотрим, прав я или нет. Ладно, я не буду залетать. Да, я был прав, он там на улице. Не-не-не, я просто посмотрел. А что это за вакханалия? Как мы пройдем через огонь? Прыжок. Ай, блин, я умер. Ребята, это очень классная вообще фишка, что он придумал. Все огнем. Ай, ой-ой-ой. Вот это радиус. Если бы у нас все было мотное распространение, а не огня, то все сгорело бы. Так, пацаны, вижу, вот лазейка есть, где огня меньше. Все, пробегай. Раз, два, три. Все за ним, все за ним. Ай, забыл сказать, что мы сгорим. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. А как же мы его убьем, пацаны? О! Взрывом? Так. Как же ж нам его замочить? Что нам сделать надо? Этот ж хитрый жук просто жжет все. Ну, я не знаю, обойти, наверное. Ай, он еще кинул огонь ближе. А этот из Counter-Strike, коктейль Молотова, да, вот ты бросаешь гранату? Да. О, надо лавочку подвинуть тогда туда. Ее можно двигать? О, я сейчас мостик сделаю, ребята. Я придумал как, смотрите. Сейчас. Тактика фэншуй. Давай, двигай. Не могу ее подвинуть больше. Ах! Ай, блин, я так хочу туда попасть, я не могу. Он очень, ребята, мощный, очень. А у нас есть другой хэдкраб, где больше жизни? 40. 40. 40. Ой, вообще рахит. Такой медленный. Так, у этого 100. 100 жизни, зомби лезет. Пацаны, зомбак лезет. Сгорел зомбак. Это невозможно. Так, думаем. Пусть Санек, ну что, ты готов свои последние слова какие-то сказать? Ну, давай. Да почему я сгораю так быстро? Вот почему? Я даже до входа добежал, вы видели? Ну все, когда сгореешь? А! Видели? Я уже ближе зашел. Я все ближе и ближе к гусаньку. Если сейчас ты умрешь, гусанек, то тоже будешь считаться, что ты умер. Ну что? Стоять! Я зомби! Есть! Сам себя убил! Ребята, ну что, вы лучшие! Ну, гусанек победитель в этой серии. Давайте так по-честному. Он красавчик, остался последний выживший и еще дольше всех, кто продержался. Как вы думаете, пацаны, 2 минуты продержался он? Да еще до больше даже. Мне кажется, минута 59 где-то. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой, что с моим зомби?